Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение, с вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя-легенды. Ну что, забираем свои награды за Лигу Мастеров. Так, одна звезда. В магазине берем колоду. Достается нам Паукус. Так. Здесь забираем награды. Так, идем сразу на Ваньку Стиранка. И начинаем искать книги. Да, 5 штук нам нужно еще найти для того, чтобы прокачать скилл. Раз, книжка есть. Давай вторую. Ага, балалаечку тебе, не вторую. Так, вот она, выпала. Так, и получается нужно еще 3. Уже 2. Уже 1. Да не может быть. Так, сонный телефон, это промашка. Опять промашка. Да что ты со своим телефоном сырным? Все. Неужели я нашел, а? Так, ну это еще, друзья мои, капля в море. Нам еще нужно с тобой найти 17 комиксов. Одурить можно. 17 штук. А, ну тут как всегда тыквы, да? Тыквы. В общем, я так и понял. Один выпал. Один комикс всего лишь. Может быть, вот здесь будет выгоднее? Так, 2. 3. 4. Слушай, пошло, пошло, по-моему. Так, это портрет короля. Я вообще не понимаю, зачем портрет короля нужен, а? Так, еще выпадает нам комикс. И еще один. Хе, пицца закончилась, друзья. Ну ладно. Так, мы выполнили с собой задание. Забираем здесь награды. Так, поднять уровень персонажа и пройти серию испытаний. Так, ну мы, наверное, с тобой быстренько поднимем уровень. Ага, у нас мутагена не так много. Значит, нам придется с тобой что делать? Проходить серию испытаний. А куда деваться? Сейчас, друзья мои, по-быренькому ее пробежим. Сегодня у нас суббота. Кстати, кто-то из подписчиков писал мне, да? Рэй, сегодня суббота. Я еще раз повторяю, ребят, когда я говорю, что сегодня пятница, а вы видео смотрите в субботу, то значит, что я не попутал день. Просто снимал я в пятницу, а выложил в субботу. Вот и все. Поэтому можете меня насчет этого дела не поправлять. Ну что, Бибопчик отдуплился. Мы с тобой бежим дальше. Смотрим, кто у нас тут. Рокстеди. Даже 2 штуки Рокстеди. Плюс Бибопчик вместе с Мухой. Жалко, у меня нет шипов. Я бы сейчас с удовольствием бы их наказал. Пидич. Маузер упал. А давай вот так вот валуном. Бонзай. Угу, только этот упал. Ну, Рокстеди падает. Этого, наверное, мы... Муха, ну куда ты вот лезешь? Вот кто тебя просил это делать, а? Скажи-ка мне на милость. Ну что, бомбим? Отлично. Так, и Муху теперь. Выжила, ты посмотри. Хотя нет. Это лишь было мимолетное видение, что она осталась в живых. На самом деле ее Шреддер уже подбил. Потому что он сделал 2 атаки. Ну что, круто. Двигаемся дальше. Я заберу награды. Поднять уровень персонажа мы сегодня не сможем. Ну что, должны занять сегодня какое-нибудь достойное место. Лига мастеров, 73-й ранг. Да. Ну что, погнали. Кстати, секундочку. Быстренько сбегаем в магазин. Так, предметы. Жетоны. И берем с тобой. Так. Хопа. Ну что, друзья мои, 90 ДНК, а нам нужно еще десяточку, да, набить? Окей. 140 жетонов, ну это мало. Тут даже можно не заглядывать, еще фиг знает сколько количество времени. Все легко так у нас не будет. Так, стопы. Я еще вот здесь забыл кое-что сделать. Давай-ка мы, наверное... вот здесь с тобой по-быренькому сделаем фарм. 3 доллара, 7 серебряных осколков, 40 жетонов, маяк. Короче, я так понимаю, они мне ничего сегодня не дадут, да? Молодцы, спасибо. Нет, Микеланджело дали мне космос. Угу. Вот, ребята, вот разве это справедливо? Ты посмотри, сколько я сделал попыток, да? И мне дали лишь только 2 ДНК на Микеланджело космос. Я считаю, что это...
полная несправедливость. Трэш какой-то. Этих осколков мне надавали жетонов. Нафиг они мне нужны в данный момент? Когда мне нужно, вот. Эта неделя скоро закончится. Я должен фармить. Ай, обидно. Ладно, ребята, идем на турнирную арену. Сегодня должны добраться, ну, как минимум, до Лиги Мастеров 3 звезды. Не меньше. Так что давай приступать. Берем Армагона. 67 уровень, да, здесь? Слушай-ка, 67 уровень, это, ну, рискованно идти одним Армагоном, поэтому для подстраховки я возьму, наверное, Шархана. Почему Шархана, ребят? Ну, у него массовая атака, да? К тому же, не забывай, что понижение брони делает. Так что проверим. Армагоша влупляет. Угу, видишь? Видишь? Вот, ребят, за этого я и беру себе подстраховку. Потому что другие ребята здесь не справились бы. Их просто этот рог, кстати, бы порвал на маленькие-маленькие кусочки и по ветру, как говорится, распустил. А Шарханчик, как ни крути, все-таки 70 уровень, может, как говорится, за себя и за других постоять. Ну что, Лига Мастеров, одна звезда. Позиция у нас с тобой 62-я. Меня это не радует нисколечко. Не знаю, как вас. 16 откатов. Не считая, что у нас с тобой 789 долларов есть. Так, кого же нам с тобой взять теперь на подстраховку? Ну, давай, например, возьму я Шреддера. Ну, а что вы смеетесь? У Шреддера есть очень хороший массовый удар. Когда он призывает своих клан-фотосов. Вот насчет инициативы я тебе сейчас ничего не скажу. Ты посмотри, а. Но здесь лучше сделать вот такой удар. Падение с небес. Все. Без единой, как говорится, помарочки у нас тут получилось. Так что переходим на следующий поединочек. 62-я была, становится 47-я, да? 47-я. Так, а враги здесь у нас 67-й, 68-й уровень имеет. А наш Армагоша, ну, естественно, суточка. Давай тогда возьмем еще Тимати. Да, пускай стоит. Если что, мы, ребята, сделаем провокацию. А, кстати, не забывай, что если ты берешь провокацию, но у вражины есть массовая атака, то она бесполезна. Она просто бесполезна. Он прошьет. Вот и все. Тыдыч. Вот здесь идеально. Армагоша здесь сыграл вообще замечательно, потому что, ну, ты сам видел, достаточно было одного валуна. Даже Тимати не напрягался. Вот и все. Ну что же, шуршим дальше. Надеюсь, 30-я позиция. Угу. Вот, ребята, вот это сегодня называется западло. Почему? Объясняю. Во-первых, при фарме мне дали всего лишь 2 ДНК, да, на черепашек. И здесь, какого лешего они всего лишь на 6 ступенек меня повысили. Была 47-я, стала 41-я. На каком, блин, основании? Я не проиграл, у меня все бойцы были целые. С чего вдруг? Вот это, ребята, меня и раздражает в последнее время. Зачем так поступать несправедливо? Ну ладно, Армагон, и давай возьму, наверное, Зека здесь. Мне просто рисковать нельзя. В данный момент, ты видишь, у меня полтиннички отыгрываются. Я не могу их подставлять, как говорится, под удар этим злодеям. А ну-ка, Зек, брось-ка. Ты дыч. Ну, неплохо, да? По мухе досталось вообще замечательно. Ну, Армагоша, не подведи. И он не подвел. Да, действительно, Армагон, если брать наших всех бойцов и сравнить коэффициент выигрышей и проигрышей, по-моему, Армагон лидирует, несмотря на то, что он у меня появился, ну, не так давно, как, например, тот же самый Леонардо или Усаги. Армагоша наяривает, хотя раньше мы его не особо жаловали брать в команду. До тех пор, пока вы не настояли на этом. Когда вы настояли, вы также мне сказали, что маузеры, да, кролики, они мощнее Армагона. Просто я даже не могу представить, насколько они мощнее. Но хотелось бы мне их проверить, испытать, протестить. И если они действительно круты, то я даже уже представляю, какая у меня будет
супер имбовая команда, когда я прокачаю абсолютно всех. Я уже сделал наброски, и это будет трэш. Они будут рвать любого, причем за короткий промежуток времени. То есть достаточно будет 2-3 удара. Это на топчике. Тихо. Он лечится, да? Как вражина будет падать. Вот так вот, друзья мои. Ну-ка, зачем я сделал плевок? Вот зачем вот этот плевок я сделал? Я не понимаю. Ух, как они... Как они паршивенько бьют. Да. Ну, вызовем шар, к примеру. Все, я умоляю вас. Полтинники просто ничего не могут сделать этому бибопчику, который имеет 68 уровень. Поверь мне, если бы у меня были бы бойцы 68 уровня, а против нас бы вышли, например, полтинники, да? Они бы меня разорвали бы. Да-да, они бы меня разорвали бы. А вот я их не могу. Это все так специально сделано. Смотри, опять, ну как так? Ведь было же 30-й... У меня даже слов нет, я даже не хочу это комментировать. Они решили сегодня мне испортить игру, да? Перед, как говорится, концом недели они начинают мне все запарывать. Молодцы. Так держать. И будет вам счастье. Я сегодня надеялся на буст. Я надеялся на фарм. Вообще думал, сегодня идеально пройдет все. Но нетушки. Нетушки-монетушки, как говорила у меня дочка. Ладно, сделаем тогда, знаешь что? Ну, не везет в этой игре, зато везет в других играх, да? Ты видел, что мы сегодня делали в Summoner Storm и в Адзген? Прорыв просто идеальный был, мне кажется. Я, кстати, наверное, сейчас поиграю в черепашек. Потом, наверное, драконы-всадники Улуха затронем. Наверное, точно обещать не буду. Но не знаю, как насчет Рика и Морти сегодня. Но хотелось бы мне, наверное, еще поиграть. Что в Summoner Storm, что в Адзген. Единственное, что все зависит от времени. Если будет слишком поздно, то, наверное, мы упустим этот момент и будем снимать уже завтра. Хотя, на самом деле, мне бы хотелось сегодня. Но там еще есть пару компьютерных игр, которые я хочу выложить на второй канал. Так, сегодня будет серия выпущена про Кейо. Так что заходите, смотрите. Наверное, сегодня я поиграю в Камни Войны. Скорее всего, ребята. Но это Tower Defense, если кто не знает. Так. На iOS, наверное, сегодня игр не будет. Скорее всего. Опа, опа, тихо. Это что за выкрутасы, ребятули? Я не понял. Жесть какая-то. Я что-то отвлекся и... Блин, ну я как всегда, я в своем репертуаре, друзья. Я заговорился и взял в команду всего лишь одного Армагона. И нам повезло, что у нас наши бойцы выдержали массовую атаку. Просто трэш. Да что ж такое-то, а? Не перешли еще. Очень тяжело продвигаемся. Так, ладно, давай обновим. Они не дают мне, да? 16-23. Вот, есть такое дело. Наконец-то я их у них выклинчил. Да, ладно, пускай будет Бакстер. Хотя на самом деле мне Бакстер здесь не особо нужен. Ну, пускай будет. Я хочу просто проверить сейчас, у него как с инициативой против вот этих слабачков. Норм или пасанет он? Мне кажется, он пасанет. И... да, он пасанет. Потому что... Хотя нет, все, все, ребят, забираю слова обратно. Но, тем не менее, он позволил бибопчику сделать уклоняшку. И вот как мне его теперь пробивать, а? Как? Объясни-ка мне. Он под уклонением, его фиг пробьешь. Ну, давай так сделаем. Эх, тройной удар. Интересно, попадем или нет? Ты серьезно, блин? Ух, ёк-макарёк, ребята, вот это да. Ты посмотри, его просто ничего не берет. Я в шоке. Я в шоке, бибоп просто стоит. По нему сколько там ударов было, считай, вся команда моя по разику сходила, да, и еще потом два. 7 атак, и ему по барабану было. Ну ладно, этих я не беру в расчет, потому что они слабые. Но вот эти-то две атаки могли же его бомбануть? Нет, ничего подобного. Плевать он хотел на нас, вот и все.
мы ему не в указ. Да, люто, ничего не скажешь. Ну что, Усаги, ну, за этого-то парня я, ребята, спокоен. Я знаю, что он накажет. Но бойцы-то у нас заканчиваются. А и топовые бойцы, кстати, тоже заканчиваются. Поэтому кто там потом будет на прикрытии стоять, я не знаю. Ну что, погнали. Делаем вертушку. Хоба. Ну, почти на всех постепенно, кроме Майки. Майки, как всегда, этой участи избежал. Ну, а Тармагона еще никто не убегал. Ну так, в кавычках. Ладно, двигаемся далее. Здесь все это забираем. Попадаем с тобой на 86 место. Слушай, ну, сегодня если не добьем, завтра уже 100% будем в топчике. Это 100%. Нам уже ничто и никто не помешает. Единственное, что приходится, конечно, брать меньше персонажей слабых отыгрывать, потому что все-таки Супер Шреддер, ну, Армагону нужна, как говорится, не подкрепление, а подстраховка. Даже не то, что ему нужно, это нужно нам в первую очередь. Без подстраховки нас тут расчехлят моментально. Потому что с одного удара он разбомбить всех не сможет. И враги, естественно, начнут переключаться там на моих слабых бойцов и потихоньку их сливать. А чем больше будет слив, тем меньше мы получим кубков. Вот и все. Обычная, как говорится, теорема. Так, здесь я вот не знаю, возьмем... Да давай, в принципе, вот эту команду. Ничего в ней такого нету. Беру Леонардо. И вот этих троих. Будем играть, пока у нас не закончатся откаты. А может быть даже и купим 10 штук. Все зависит от того, сколько вообще мы отыграем бойцов. Если у нас мало будет, то не стоит тогда брать, потому что мы будем тратить по 4, там 3 отката. А оно нам нафиг не нужно. Ну, давай полтинник сразу. Я бы был бы удивлен. Но никакого полтинника не дают. 67-я позиция. Окей, 17-24. Вот это хорошо. Вот это мне нравится, когда дают самый высший ранг. Именно по кубкам. Все, поехали лупить. Сегодня, как ты понимаешь, да, сегодня будет только арена. Потому что больше нам здесь делать нечего. Все, что могли, мы прошли. Где была какая-то возможность попытки, мы с тобой предприняли. Так что все, мы в полнейшем тупике. Поэтому остается только арена. Нет, конечно, можно еще проходить смятение из другого измерения. Но ты видел, сколько там нужно бежать, бегать, проходить? Мы прошли, по-моему, только 3 локации. А их там сколько? Поэтому лучше где-нибудь через недельки 2-1,5. Тогда уже будет резончик. Но не сейчас. Так, 17-24 выпало, да? Так, слушай, а если я, например, сделаю вот так? Попробуем с тобой обмануть всех. Массовых атак, ну, хватает здесь, да? Давай-ка попробуем. Вот я беру Армагона, я беру Рахзара. Как ты видишь, у меня здесь Донателло. 3 сильных бойца и 2 слабых. Вот сейчас мы проверим, как у нас тут все прокатит. Ага, 2 сразу уложили. Ну, естественно, наберем провокацию, ребята, от греха подальше. Так, этот хилять будет. Я не удивлен. Угу. Так, ну что, давай, наверное, массовую атаку сделаем. У этого двойная атака еще, ё-моё. Угу. Так, выпускаем дух Они. Морозилка выдерживает, прикинь. Давай вот так вот сделаем залп. Ай, красота. И добивка. Все.
Мы даже с тобой не потратили лишний, как говорится, откатик. Нет, на Армагона потратили и все. Ну, не тратили наш супершреддер или еще кого-нибудь. Так, 48-я позиция. 3 отката, друзья мои, всего лишь. Нет, уж давайте мне 17-24. Чего вы сразу спрыгнули? Вот. Блин, ну тут майки не хочу. Я не буду брать. С этим черепашонком я брать никого не буду. Вот. Вот здесь вот, пожалуй, можно будет сыграть. Ну что, Армагон, возвращаешься и возьмем майки Криса Брэдфорда. Вот такую команду. Сплинтер. Да, друзья мои, сплинтер в зоне риска, причем в огромной. Ну, я сейчас попробую, опять же, хитренько все сделать. Во-первых, уклонение. Это дает шанс на промах противника. Так, он делает усиление атаки на всю команду. Дальше мы с тобой, мы можем понизить атаку, если честно. А можем бомбануть. Я, наверное, все-таки понижу для начала. Так, окей, он не попал. Этот хилять будет. Вот почему, ребята, я не стал тратить валун. Потому что морозилка, как ты видишь, отхиляла. Ага. Так, значит, контратака, я смотрю, у морозильной кошки, и все. Тогда сделаем вот так. Слушай, масуху врубил. Так, хилочку мы пока не будем с собой тратить. Я хочу все-таки Криса Брэдфорда наказать. Но у меня не получается. Пока я не переживаю, нисколечко. Влупляем, не забывай, что контратака там есть. Ну что, морозилка? Так, окей. Ну что, пробиваем здесь. Упс. Да ну. Опять что-то за бредятина. Почему майки не могли ушатать, а? Ну и добивка, судя по всему. Все. Так, друзья мои, отлично у нас получается. Сэкономить с тобой на откатах. Но, блин, 39-е место. Так, ладно. Двигаемся дальше. Потихоньку, полегоньку будем продвигаться. А мне нужно именно 18-24. Я жду, жду с удовольствием. Так, 18-24 нету, есть 17-24. Так, Ромагоша, возвращайся, берем Рафаэля с тобой. И раз, два, три. 78-79 уровень у нашего противника. Друзья мои, если Рафаэль не возьмет провокацию, это будет фиаско. Так, Карайка, давай. Ох, ёк-макарёк, очищение, ну конечно же. А, нет, это не очищение, ребят. Почему я все время путаю очищение с иммунитетом? Не пойму. А ну-ка. Ну почти. Этот захиляет, да? Причем хильнул почти на фул. Ты серьезно? Минус. Так, давай-ка еще разок. А, у них же иммунка висит. Сейчас им по барабану на все. Упс. Если еще одна массовая атака сейчас пролетит. А она пролетает, все, двоих. Да ладно. Серьезно? Я думал, что мой змейковьюн и кто там, Карайка отдупляться. Тем более и вот это, и это. Но нет, они выжили. Ти. Прикол. Когда меньше всего ожидаешь победного итога, да? Он никогда не упадает, ребят. А когда ты уверен, что ты выиграешь, ты всегда проигрываешь. Тут как-то так работает. Ну что, последний откат. Я думаю, что... Нет, ну тут уже Армагон вряд ли справимся. Мы даже вот из этих возьмем. Придется покупать. Да-да-да, друзья мои, придется приобретать. Эх, 10 откатиков. Ну, а что поделаешь? Ради благого дела, друзья мои, ради благого дела. В Лигу Мастеров хотя бы 3 звезды нам нужно с тобой сегодня попасть. И почему все это получилось так? Ребят, только лишь из-за того, что игра показала мне фигушки. С чем это связано? С тем, что мы сегодня сделали несколько боев и повышение по рангу. Извини меня, в 5 ступенек.
Не в 10, не в 9, в 5. Это самый минимум. С чем это связано? Сегодня, кстати, когда я посмотрел откаты, получал за просмотр рекламы, знаешь, как там получилось? Я посмотрел рекламу, мне написали: больше нет доступных реклам, чтобы получить вам награду. Но, тем не менее, я еще нажимаю на кнопку, и, короче, вот так получилось, что я 5 раз посмотрел, и потом они мне всем скопом, спустя там минут 5, все мои откаты сразу перевели. Почему? Как так? Что за задержка? Я не понимаю, ребят, я не знаю. Ну, вот так. А до этого я уже думал, психануть хотел, думаю, ну как так, я смотрю рекламу, а вы мне не возвращаете откаты. Стоп. Назад. Я не хочу с этим драться, с Майки. Вот давай вот эту команду возьмем. Так что есть, ребят, какие-то глюки, баги. Ну, мне кажется, это в любой игре, когда она долго не обновляется, да, например. И тем более, если она идет именно онлайновая, да. Все равно рано или поздно в ней начинаются какие-то сбои. Постоянно ее надо контролировать, что-то добавлять, исправлять, корректировать. Иначе она начнет потом глючить, баговаться и так далее и тому подобное. Начнет влетать из-за каких-то всяких ерундовых там проблем. Могут, кстати, потеряться сейвы. Поэтому, друзья мои, еще раз повторяю, всегда через Facebook, всегда. Если у тебя подключен Google Play, это еще, ребят, не говорит, что у тебя все это будет сохранено. Нет. Во многих играх только через Facebook можно вернуть свои данные, а не через Google Play. В Google Play обычно достижения сохраняются, так что учтите. Ну что, давай начнем с шипов. Это по стандарту. И добивка нашим Армагоном. Прекрасно. Слушай, а вчера мы с тобой разве не на Лиге Мастеров 3 звезды остановились? Что-то мне кажется, что на 3 звездах только ранг у нас был 50-й. Ну что же, вот он, родной. Идем к цели. Ну, если перес мы сегодня не возьмем, конечно, топовое место. Но, думаю, место 50-е. Хотя я уже не уверен. Потому что у нас откаты просто таят на глазах. И персонажи раз, два, три. Персонажи осталось ровно на 3 поединка. Вот так вот. Ну что же, погнали. Тыдыч. И добивка, естественно, нашим маленьким армагончиком. Все, по красоте. Двигаемся далее. Давай, давай, загрузка. Не томи меня. Не томи. Было 99 место, становится 89. Вот здесь я понимаю, ребята, здесь на 10 ступенек пролетает. Это норма. Это нормально. Но когда изменение на 5, это уже далеко не нормально. Так, ну что? Раз, два, три. Блин, неужели мне опять придется тратить $250 для того, чтобы отыграть всех? Мне кажется, оно того не стоит, ребят. Сделаем, короче, последний поединок и все. Будем закругляться. Или все-таки возьмем? Откаты же, они все равно никуда не денутся, да? Они не пропадут. Пускай будут лежать. Да, возьмем, наверное. Отыграем последнюю команду. Все-таки они для нас стараются, да? Ну и мы немножко постараемся, не обломимся. Так, 17-24. Армагоша. Так, здесь мы с тобой покупаем. Так, подожди секунду, опять же все заново надо. 17-24. Ну что, берем Армагошу, возьму с тобой Супер Шредера, и вот они. Раз, два, три. Как раз. Тютелька в тютельку. Укладываемся идеально. Ну что, бомбим?
Окей. Валунчиком. Вот и все. Что и требовалось доказать. Я надеюсь, сейчас нам дадут где-нибудь местечко такое 70-е, 60-е. Было бы козырное. Итак, мы получаем с тобой 67-е. То есть, если еще взять 10 ступенек, мы, получается, будем находиться с тобой в 57-м ранге. Давай проверим. Берем Армагона, берем Супер Шреддера и берем последних наших архаровцев. Точно последние? Ну да, больше никого нету. Остальные все отыграны. Блин, я сегодня, честно говоря, думал, топчик возьмем. Как-то не зашло. Ну что, добивка? У нас, как говорится, разговор короткий, да? Все. Так, друзья мои, это был у нас последний поединок на арене. Но я так думаю, что это вообще был последний поединок на сегодня именно в черепашках. Так, ну что, 57-я позиция, как я и говорил. В магазине нам с тобой делать нечего. Предметы приобрести не можем. Монет мало, жетонов 340, тоже маловато. Так, мы можем с тобой поднять уровень персонажа и забрать наши награды. И кто это у нас будет? Это Бибоп. Слушай, а Роквелла я точно не могу? Нет, Роквелла я не могу прокачать. Хорошо, пускай это будет Бибоп. Неплохо, 55-й уровень он получает. Шикарно, я считаю. Ну что, забираем с тобой награды. Ну и все. Так что, друзья мои, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.